В Дагестане могут ввести QR-коды. В республике, по последним данным, растет число пациентов с тяжелой формой ковида, а показатели смертности все еще высокие. Ежедневно регистрируется около 120 пациентов с коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзору региона рекомендовано ужесточить масочный режим, усилить дезинфекцию в учреждениях и перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим. С учетом данного роста заболеваемости Роспотребнадзором внесены в оперативный штаб предложения по дополнительные предложения по стабилизации эпидемиологической ситуации. Это предложение по увеличению охвата вакцинации против коронавируса. Это предложение по фильтрам в административных зданиях, учреждениях, в том числе проведение утренних фильтров в школах и детских садах. Это очень важно, чтобы ребенок с признаками заболевания не вошел в организованный коллектив. И введение и использование на территории республики QR-кодов.